Богом! Руш! Три, струнку, рівняння, праворуч! «Сокол Джура» – новая всеукраинская детско-юношеская игра, направленная на воспитание патриотизма. Недавно ее провели и в Белгороде-Днестровском на территории 11-й школы. При участии старшеклассников, педагогов, медиков, казачества, общественников. Змагання в ній – це ваш другий крок до набуття звання захисника України сучасного казака. А перше ви вже зробили – зорганізували козацькі рої. Тому, шановні учасники гри «Джура Сокіл», шановні керівники, запрошуємо вас до наших лав і для бажаючих готові сьогодні провести посвято для казацтва. Условиями военно-патриотической игры предусмотрены 6 заданий. 80 школьников, составившие 10 команд под названием «Рой», продемонстрировали свои умения выполнять строевые приемы, стрелять в тире. Стоп. Значит, слушай меня внимательно. Каждый из вас, вот как стоят, первый, второй, третий, четвертый. А в спортзале подтягивались и отжимались. Оказывали первую медицинскую помощь, показывали, какими уже приемами владеют, и тут же получали рекомендации медика. За всем внимательно следили судьи, они же обрабатывали результаты. Считаем. Два. Будем считать. Три. В городском отделе образования рассказали, что к игре «Сокол Джура» привлекли учеников с 5 по 11 класс. Из всех Белгород-Днестровских, Затокской и Сергеевской школ. Готовились заранее, сформировали команды и придумали эмблемы. Наступный этап всеукраинской игры. Те, кто переможе, будут брать участь в областном этапе. Валерий Тимофеев, атаман буджакского казачества, считает, что новая игра отражает и заодно возрождает давние традиции украинских казаков. Треба, щоб були казаки. Треба, щоб казаки вміли так образно мовичи витягувати шашки і рубати. І ось сьогодні ми бачимо, що і держава повернулася, і громадське повернулося до цієї проблеми лицем. А непосредственные участники военно-патриотического состязания уверены, что таким образом отдают дань своему прошлому. Они уже успели изучить историю украинского казачества, на героев которого хотят равняться. Девиз у джур был такой – душу Богові, життя Україні, а честь самому собі. Первое место по итогам военно-патриотической игры «Сокол Джура» занял рой «Дружба» из 11-й школы. Второе – рой «Незламні», представлявший городской лицей. Третье досталось рою «Сокол» из городской гимназии. Победители поедут на областные состязания всеукраинской игры. Также в день проведения городского тура казаки буджакского казачества провели обряд посвящения в джуры для мальчиков и в даны для девочек. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабія ТВ.